Торжественная церемония открытия 28-го кинофестиваля «Листопад» состоялась 4 ноября в столичном кинотеатре «Москва», который гостеприимно распахнул двери для гостей и участников, для тех, кто делает, оценивает и любит кино. Обязательным атрибутом торжественной церемонии стала красная ковровая дорожка, по которой проследовали почетные гости и участники фестиваля. Среди гостей были заслуженные артистки РСФСР Наталья Бондарчук и Наталья Варлей, председатель Белорусского союза кинематографистов Виктор Васильев, народный артист Беларуси Владимир Гостюхин, кинорежиссер, народный артист Беларуси Александр Ефремов. А по красной ковровой дорожке продолжают подниматься новые гости. Режиссер и актер Дмитрий Астрахан, публицист, режиссер театра и кино Владимир Орлов, писатель, продюсер, член Белорусского союза кинематографистов Валерий Сорока и актриса, модель Лариса Завирач. Здесь собрались те, для кого кино не просто работа, а целая жизнь. Одни будут представлять свое творчество, другие его оценивать. В год исторической памяти «Листопад» — это еще и повод вспомнить о настоящих ценностях. Таков девиз фестиваля. Эта истина заложена во всех картинах, представленных на форуме. Настоящие ценности – это мир, который нам необходим, здоровье, любовь к своим корням, родине. Это память о том, что сделали поколения до нас. Кино документального формата – это отдельный вид искусства. Он требует погружения в себя. Писатель, продюсер, член Белорусского союза кинематографистов Валерий Сорока и народный артист Беларуси Владимир Гостюхин рассуждают о роли документального кино в наше непростое время. В творческой мастерской продюсера снято 190 документальных фильмов, которые можно посмотреть на сайте «Бунтарь.бай» и на канале Валерий Сорока в Ютубе. Это фильмы о православии, о выдающихся людях Беларуси, событиях Великой Отечественной войны, исторических личностях, о современных уроках патриотизма, так необходимых для подрастающего поколения. И Владимир Гостюхин, полностью поддерживая эту точку зрения, сказал: «Документальное кино лучше, чем художественное». Да. А еще фестиваль – это возможность пообщаться с друзьями, поделиться планами на будущее, завести новые знакомства, наконец, сделать фото на память с любимыми актерами и режиссерами. Словом, «Листопад» готов удивлять. Впереди яркие впечатления, глубокие размышления, искренние эмоции и качественное кино. Все то, чем уже 28 лет славится этот легендарный фестиваль. «Истинные ценности» – таков вдохновляющий слоган нашего кинофестиваля. Он призывает к поиску новых талантливых имен и выдающихся фильмов конкурсной программы, которые, несомненно, войдут в книгу истории кинофестиваля. Дорогие друзья, разрешите огласить приветствие главы государства участникам фестиваля, удельникам 28-го Минского международного кинофестиваля «Листопад». Дорогие сябры,
Сердечно віншую вас с открытием 28-го Минского международного кинофестиваля «Листопад». Сёлетнее мероприемство под девизом «Соправные каштовности» объединяло беспрецедентную колькость удельников и щиро витая на нашей мирной земле однодумцев, заслуженных метров, талиновитую молодь, якая робить первые кроки у фильмовой творчести, и щирых аматоров кинематографа. Упевнены, форум притягне добрые традиции по подтримке идеалов гуманизму, умацаванню згоды и взаимопоразумения помеж народами. Угод исторической памяти еще раз нагадая об святых, непорушных духовных заповедах. Жадаю вам мощного здоровья, позитивных эмоций и святочного настрою. Александр Лукашенко, 4 листопада 2022 года. В 2022 году специальный приз президента Республики Беларусь за сохранение и развитие традиций духовности в киноискусстве на 28-м международном Минском международном кинофестивале «Листопад» присужден заслуженному деятелю искусств, кинорежиссеру, сценаристу Вячеславу Александровичу Никифорову. Сопровождает появление истинных мастеров. Необычайно важно, что на этот фестиваль со всех концов мира приехали люди и сделали заявки своих творений, люди, которые верят в то же, что и верим мы. Нас много. Мы не альтернативный культурный процесс. Мы подлинный, истинный культурный процесс. Мы адепты истинной, настоящей культуры. И для меня это согревает, меня это радует. И я надеюсь, что так и останется навсегда. Я поздравляю вас с началом фестиваля. И с вашего разрешения я исполню свою миссию. Никто не услышал, как осколки полетели. Завершение, так понимаю, нашей церемонии открытия. Мы хотим подарить вам еще один очень красивый музыкальный номер. Субтитры сделал DimaTorzok.